Сенатор Совета Федерации, член Комитета по обороне и безопасности Безденежных Сергей Вячеславович по приглашению учредителей БФ «Благодатная Таврида» и проекта «Своим», а также руководство ЦВТ «Русь», посетил с рабочим визитом реабилитационный центр «Русь». Сергей Вячеславович ознакомился с деятельностью медицинского центра, проверил состояние жилых номеров, грязелечебницы, спортивного зала, бассейна, концертного зала. Встретился и побеседовал с ранеными бойцами СВО, их семьями, которые сейчас проходят реабилитацию по программе «Своим». Также сенатору продемонстрировали работу протезной мастерской, где он лично переговорил с руководителем протезного центра Юрием Сергеевичем Погореловым о работе протезного цеха. Безденежных отметил масштабность развития центра «Русь» и был впечатлен сосредоточением профессионалов в своем деле, выдающихся специалистов в разнообразных областях медицины. Заключительным этапом обхода сенатора был музей воинов центра «Русь», где Сергею Вячеславовичу провели экскурсию. В ходе визита сенатор Совета Федерации Сергей Вячеславович, учредитель проекта «Своим» Игорь Арунасович Гончаренко, генеральный директор ААНО «Центр ветеран Русь» Белялов Валерий Ягевич обсудили все сильные стороны и перспективы развития центра «Русь» и выделили ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание для оказания должных услуг по реабилитации и протезированию раненых бойцов спецоперации, защитников Донбасса, а также мирного населения, невинно оказавшемуся в зоне боевых действий.